Четверых жителей Энгельса задержали за организацию занятия проституцией. Силовики провели спецоперацию и выяснили, что подозреваемые в течение 2 лет привлекали к оказанию интимных услуг девушек из неблагополучных семей. Причем некоторых из них фигуранты дела принуждали заниматься проституцией. Всего в свой нелегальный бизнес подозреваемые привлекли более 20 девушек. В настоящее время следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Саратовской области по данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных. В прошлом году за оказание интимных услуг к административной ответственности было привлечено 123 человека. По выявленным фактам организации занятием проституцией было возбуждено 5 уголовных дел. За вовлечение в занятие проституцией возбуждено 4 уголовных дела.